26 октября в актовом зале городской администрации состоялся еженедельный прием граждан под руководством первого заместителя главы администрации Кургули Кургулиева. В работе собрания приняли участие заместитель главы администрации Шамсудин Халитов и руководители коммунальных служб города. На повестке дня рассматривались вопросы разных категорий – от протечки крыш многоквартирных домов до затопления улиц. Протечки воды каждый день приходит, резину заматывает. Второй день пропускает. Когда федеральный трассу делали, наши улицы были все техника. И мы дорогу закрыли вначале. И Золотые горы обещали, все ровно сделаем, как были сделаем. Люки поломали, и никто не приходит до суды, до колени. По вышеозвученному коллективному вопросу сотрудников горводоканала было дано поручение выехать на место и устранить утечку в ближайшее время. Что касается намеченных планов по ремонту дорог на данном участке, информацию предоставил начальник управления коммунального хозяйства Арслан-Али Мустафаев, который отметил, что в ближайшее время на данном участке будут начаты работы по ремонту дороги. Далее был заслушан вопрос от жителя многоквартирного дома по улице Датуева с просьбой оказать содействие в ремонте крыши, на что Шамсудином Халитовым было дано разъяснение по поводу порядка решения проблемы, так как обслуживание мест общего пользования в многоквартирных домах находится в ведении исключительно собственников жилья. Если раньше эти деньги закладывались в бюджет городов и районов, с 2000 года федеральный закон поменялся. Есть такая опция, называется ремонт содержания жилья. То есть ваша секция – это то же самое, как частный дом. Понимаете? Вот когда частный дом крыша протекает, хозяин сам ее делает. Вот такая же ситуация. Вот управляющая компания, она собирает ежемесячно, вы должны все жильцы этих квартирных домов какую-то копейку по квадратному своему метру собирать. Она там аккумулируется. И там же этих средств делается и подвал, и крыша, и другое. По всем озвученным проблемам Кургулиевым были даны соответствующие поручения курирующим руководителям ведомств. Также горожанам даны рекомендации по алгоритму действий для эффективного решения возникающих проблем. Зарема Хайбулаева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».